сегодня наш первый день в Праге. Сегодня... Самое замечательное, 30-е. Праздничное. 30-е, да. Ой, правда, 30-е. Мы уже попробовали... Трудно. Какой-то, да. Трудельник. Вот, на трудельство. Эспрессо вкусный здесь. К нему подают не воду, как в Париже, а молочко. А я думала, сливки сначала. Или сливки. Кстати, мы тут вот возле ярмарки ходим, возле елочки. Мы прям наш отель находится возле такой движухи. Возле веселой улицы. Соня, да, возле Национального музея. Тут такая ярмарка шикарная. Да, можно вот все, что все хочется. Вкусно, красиво. Наесться, напиться можно. Наклюкаться. Да. Мы еще такие сонные, еще не отдохнули совсем. Я думаю, сегодня поспим, пораньше ляжем, а завтра будем как огурчики. Да? Мы проснулись. И сейчас мы в метро. Очень непонятно. Ну да, показывать пока нечего. Тут нет карт, нет ничего. А кроме моих ногтей опять. Тут нет карт, да, и ничего нет. А вот, ну, как в Париже, допустим, была карта с достопримечательностями, тут такого нет. А нет, это всего лишь реклама. Реклама чего-то. Скарлетт. Что ж делать? Может, мы что-нибудь найдем? Зоопарка. Йоу-йоу. Зоопарка. Купили билетики, теперь мы тут. Ужас. Пожиратель сердец. Эх. Как хорошо птичка. Ой, вон они. Птички поют. Дед Мороз, где ты там?
И Снегурка. Волк, волк выходил. Да, вот насчет животных. Здесь очень классный зоопарк, и мне кажется, слоны у них очень крутые. Соня сказала, такое ощущение, что не мы в клетке, не они в клетке, а мы. Да, ходим мы. Не, ну правда, у них круто, они тут такие открытые вольеры. И ищем их. И мы их ищем, серьезно, потому что, мне кажется, они там все попрятались. А, вот, уже Индия пошла. Ю. Классно, кстати. Ой, стой, мне нравится. Только солнышко, правда. Слонов мы нашли, волчат тоже, хотя это было не так легко, не с первого раза, тут очень большие тут вольеры. Огромные вообще территории, для нас дорожки узкие. Да, а их там жизнь кипит. Раздолье. Зоопарк вообще хороший, очень красивый здесь, красиво, мне кажется. Да, много природы, зелени. Мы сейчас покатались на таких штучках, которые нас подняли на второй... Фуникулёрчик. Я бы не сказала, что это фуникулёр, это летающее магнитное сиденье. Было немножко стремновато, но прикольно. Мне не было никогда стрёмно, но мне стало стрёмно. Ну страшно всё равно было. Немножко. Да, совсем прям очень даже впечатляет. Там такие, 10 было. Да, такие животные, их много. Крокодил с черепашкой, очень классно. Страшное, страшное. Да вообще. Такие зубища, не, причем не такие крокодилы, как мы всегда привыкли их видеть, а такие... Зуботычные. Как две линейки. Мне больше всего понравились зебры и жирафы. Мне сурикаты очень понравились, зебры. А, и вот эти вот, которые то ли кенгуру, то ли кролик. А, и Соня мне понравилась. Соня, это вообще какая-то жуткая прыгучесть. Может, хвоста, что ли, я не знаю, как они так прыгают. Ну, она очень крутая. Не получилось у меня снять их, потому что там очень темно, они такие... Ну, пофоткали. Да. И тропики мне понравились. Да, очень. Два раза к них заходили. Очень. Да, там, где эти птички. Это водопады, птички. Птички поют. Вот так. О, мы прокатились, да, прокатились наверх и вниз. Зебра, зебра. Зебра. Крокодил. Всех видели. Всех узнали. Кого-то первый раз вообще видели в жизни. Да, такую милаху видели. Такая китайская какая-то. Ага. Такая как козочка, но такая толстая. Такая башкотовики, капотовики. Ну такая прям. И глёчки такие прям открой водки. О, такая любуля. Чуваки, чувихи. Очень советуем вам зоопарк. Как сюда добраться, фиг знает. Мы нашли. Мы его нашли. Да, у нас, как всегда, приложение, которое maps.me, по-моему, которое помогает нам найти, где находится место. В общем, я посмотрела. Заходите в метро, садитесь и садитесь на красную какую-нибудь ветку. В общем, да, там написано. И выходите, где нарисован жираф. Там нарисованы жирафы на одной станции. Мы там вышли, а там дальше стрелочки, куда идти на автобус в зоопарк. Зу написано. Не потеряйтесь. В общем, идите просто, и все, и до зоопарка. Ну, вообще, лучше к тем, кто боится, лучше заранее посмотрите, как называется эта остановка. Метро, в принципе, не ужасное, заходишь, да? Ну, да.
Ну, про метро мы еще отдельно. Только надо быстро-быстро. Метро все отдельно помню. Скажу. Ой, там так все быстро. И едет метро быстро, и билеты быстро. Все быстро. Быстро, быстро. Позор, позор. Куда это? Да. Состав Чехова-Шкора.